Апрель. Ключевое слово – ультиматум. Многие события будут происходить как гром среди ясного неба, словно кто-то намеренно пытается разбудить спящего зверя. Грядет множество провокаций, искушений и конфликтов, способных в секунду обернуться несмолкаемыми боями за правду и собственные интересы. Стоит набраться терпения, не поддаваться на блеф и агрессию вашего окружения. Если уж придется вступить в борьбу, то мобилизуйте все резервы. Прикладывайте максимум усилий, чтобы сразу же показать обидчику всю свою мощь. Как говорится, не будите лихо, пока оно тихо. В любом случае, месяц как лакмусовая бумажка проявит все ваши слабости, как в стратегии, так и в обороне, заставит помогать тем, кому вы обещали поддержку, вынудит обратиться за помощью к тем, кому выгодно получить от вас бонус. Так что месяц может показаться бездушным и расчетливым, зато он окончательно расставит фигуры на шахматной доске и даже сделает первый решительный. С этого хода и начнется партия. Хотите вы того или нет, апрель воистину судьбоносный месяц, который может стать началом крупной трагедии для всего мира или безоговорочным признанием силы новой элиты. Интересно, что в прогностике вышел король жезлов, слагающий из себя полномочия или передающий власть, словно принятое им ранее решение приводит к тупику, обрывают его амбиции. Поэтому в апреле мы можем наблюдать парад отставок и импичментов, передачи власти или волнения по всему миру. Апрель проявит сильных лидеров и подкосит угасающих и слабых. Высока вероятность оказания военной поддержки союзникам нового продвижения и смены намеченного курса. Колоритность месяцу принесет и уникальное сочетание понедельных прогнозов. Первая и третья, а также вторая и четвертая неделя будут идентичны по своему движению. Это означает, что события будут настолько добивать своих результатов, принуждая действовать. Любое промедление недопустимо. В бытовом смысле месяц покажется очень ультимативным, словно нет полутонов, промежуточных решений или повода для примирения. Есть назревший вопрос и лишь две грани его решения. Тотальный проигрыш или фееричная победа. Желание скрыться или сбежать от решения конфликтных вопросов, отсидеться в надежде, что гроза пройдет стороной – крайне опасная тактика. Месяц не располагает к новым знакомствам и лирике. Даже наоборот, он словно призывает на службу значимым интересам, заставляя позабыть о мелких хлопотах и развлечениях. Если вы боретесь за жизнь, вам предстоит серьезная схватка. Если вы стремитесь продвинуться по карьерной лестнице, будьте готовы пойти на отчаянные воинственные шаги. Если вы пытаетесь спасти отношения, то прощайте предательство. Однако милосердие сейчас не к месту. Вы либо хватаете последний билет в процветающее будущее, занимаете место в первом ряду благополучия, либо оказываетесь за бортом. Сейчас жизнь отбирает и сразу же дает что-то взамен. Вы не останетесь на обочине, если захотите что-то резко изменить. Отнеситесь серьезно к ультиматуму. С вами никто не играет, это не блеф. Вы действительно столкнетесь с серьезными угрозами, но молниеносная и неотступная тактика приведет к победе. Еще помните о том, что месяц может дать толчок к смещению руководства или к желанию владельца перестроить политику внутри компании, тотально изменив направление движения. Так что не теряйте бдительности, в апреле 2024 года каждый день может все круто изменить в вашей жизни. Смотрите в оба, когда будут открываться окна возможностей. Благодарим вас за просмотр данного видео. За более подробным описанием дня переходите на наш сайт alvasar.ru. Ссылка в описании.